то, с чего мы рекомендуем начать абсолютному большинству людей. За месяц вы почувствуете на себе весь эффект микродозирования красным мухомором. После этого мы рекомендуем сделать перерыв. Посмотреть, как ваш организм отреагировал на курс, что вы почувствовали, что изменилось. Нужен ли вам еще один курс? Есть ситуации, когда люди принимают красный мухомор постоянно, потому что в случае перерыва они не могут, скажем, воздержаться от зависимости, которая за время перерыва может опять вернуться. Рекомендую просто прислушиваться к своему организму. Практически все отмечают, что они чувствуют, когда им хочется прекратить курс, либо начать, либо его продолжить. Слушайте свой организм.